Всем привет! Пришлось сделать видео по обновлениям Раста. Как ни странно, давно мы уже этого не делали. Сейчас как раз очень повезло, я нашел чей-то дом. Очень большой дом, да, видно, что ребята строили. И здесь есть очень полезный нам элемент. Сразу говорю, что видео, скорее всего, будет большим, поэтому, если вам не нравится большое видео, можете сразу выключать. Ну что ж, давайте пойдем по списку, да, что у нас обновилось, я потом покажу все, что смогу. Во-первых, игра перешла на движок Unity 5. Это вам... Так, тихо. Так, как будто я слышу чьи-то шаги. Ладно, неважно. Далее, проработали освещение. Изменили физику, да, то есть, чтобы улучшить производительность. Потом добавили животных всех. Я говорил до этого про животных, теперь они все в игре. Я вам покажу этих животных обязательно. То есть это кабаны, олени и так далее. Далее. Проработали отражение. То есть теперь, например, есть железная броня, и там будет красивое отражение. Также добавили руды. Очень много руды везде, повсюду. То есть, например, лежит камень руды. Вы будете его долбить и будете сразу получать три вида руды. Тоже потом я вам покажу. Далее анимация игрока. А, вот. Добавили анимацию игрока. Например, как Counter-Strike, да. Ее пока не видно еще в самой игре. Она в режиме разработчика. Ну, как ее хотят реализовать? То есть, например, вот стоит наш герой, да, и нам стреляют в голову. И попадает хедшот, правильно происходит? И будет такая анимация, типа мы улетаем такие назад, как в Матрице. Это будет реализовано. Потом, переработали иконку факела. Сейчас мы, наверное, не... ну, в принципе, видно, смотрите даже. Но не видно, как он это его сжигает, да? Он просто загорается. Ой. Вот, смотрим от первого лица. Помните, факел был совсем другой. Я говорил, опять же, что будет изменена иконка. Я не наврал, как всегда. Ой, не иконка, а модель. Вот она, видите, какая модель у нас. То есть реально, вот посмотрите, как красиво, да. Вот реальная модель. То есть мы видим такая деревянная ручка, реально настоящая ткань и веревки. Ну, 5 с плюсом, что сказать. Костер немного неправдоподобен в том плане, да, почему-то горит ручка. Хотя, по идее, наоборот, должна гореть верхушка факела. Я вчера бегал здесь по району с факелом. Ладно, я пошутил. Далее, давайте мы выключим факел. Далее будет добавлено много видов мяса, как ни странно. То есть, когда вы убиваете какое-то существо, волк, кабан, олень, у вас в инвентаре будет ихний вид мяса. То есть, будет не один на всех, а у каждого будет свой вид мяса. Своя модель мяса и так далее. Потом добавили новые ящики, но мы сейчас с вами этого не увидим. Так, секунду. Да, мы сейчас с вами не увидим. Их только сделали в режиме разработчиков. Ящики очень красивые. То есть это не обычные такие деревянные ящики, а это такие профессиональные, железные. Помните, это ящики с лутом, которые лежали на заводах, да? Потом ящики с аптечками. То есть очень красивые ящики. Я вам сейчас показать не могу. Но я вам потом покажу, когда они появятся. Идем далее. Теперь изменили экран смерти. Насколько я помню, теперь, когда вас убивает, пишется, да, кто вас убил или почему вы погибли. Как и в старом Расте. В новом Расте реально этого не хватало. То есть, ты можешь стоять, да, на одном месте, пошел там, АФКшнул, да, куда-то отошел, там, чай сделал, приходишь, ты уже труп. И ты не понимаешь, что произошло. А теперь будет писаться, почему ты сдох. Потом, проработали биомы. То есть, например, погоду в биомах, да. Например, в пустыне такая будет пустынная погода, такая метель типа, да. А, например, где у нас зима, да, где снега, будет типа, ну, вы поняли, короче. То есть в каждой биоме будет своя погода, тоже, конечно, хорошо. Далее. Ага, опять же, я вам сейчас не могу это показать, блин. А неохота отсюда выходить, просто прикол в том, что я потом сюда не вернусь. Далее. Сделали такую фишку, что теперь рандомно валяются камни маленькие. Видите, вон. У меня оружия нету, да? Я не могу показать.
Теперь вот, видите, камушки валяются маленькие, ну видно, да? Теперь рандомно валяются камни и кусты. То есть никогда раньше был один большой камень или сплошная трава, а просто где-нибудь рандомно камушки валяются, кустики и так далее. Я вам потом покажу, когда мы спустимся вниз. Далее, много брони, это тоже чуть позже. А, вот, теперь очень важная особенность, да, что разработчики написали, ну, много моделей в будущем они будут брать от сообщества. Это офигенная тема. То есть, вы не думаете, что это как Counter-Strike 1.6, да, был такой геморрой, не знаю, с размером в планету. Создали оружие и все. Давайте, 180 лет игре, а оружие то же самое в 1.6. Здесь будет по-другому, ой, как по-другому. Теперь множество людей, да, обычные модельеры, да? Модельеры? Я, может, неправильно говорю, не модельеры, но, короче, люди, которые создают модели. Обычные люди, да, у которых это хобби. Теперь они создают модели и могут вкладывать это, эти модели в сообщество. Разработчики заходят в это сообщество, видят, опа, новая модель. Хорошо, мы ее суем в игру и там пишем требования, типа, нужно то и все. Это офигенно, то есть это говорит о том, что очень много будет обновлений, очень много будет появляться новых предметов и так далее. То есть множество новых предметов, которые делали не сами разработчики, а обычные люди. А вы сами понимаете, да? Если людям это интересно, то там могут сотни и тысячи людей это делать. Вот так вот. Короче говоря, это очень хорошо. Это говорит о том, что будет динамика, постоянно будет что-то новое. Вот так вот. Идем дальше. А, новый вид размещения. Так, я вам сейчас не могу показать. Я могу сделать только вот так. Давайте сейчас быстренько сделаем сундук. Это у нас где выживание? Новый вид размещения. Как же здесь все долго делается-то? Посмотрим. То есть, насколько я помню, когда вы делаете предмет, начинаете его размещать, да, он будет подсвечиваться таким зеленым, и вокруг него область будет тоже яркая. Плюс в том, что вы ночью сможете видеть, куда вы размещаете предмет. Раньше такого в Расте не было. То есть, в темноте... Кстати, заметьте, да, я писал про ночь, теперь в Расте гораздо светлее ночь. Мы это писали на форуме, да, я думаю, разработчики послушали. Может, они еще сделают светлее. То есть, например, старый Раст ночь, где просто черный экран, да, вообще ничего не видно. Просто черный экран Малевича. И ночь в этом, в новом Расте абсолютно отличается. Здесь гораздо все лучше видно. Даже гамму не нужно крутить. Ну-ка, будет подсветка? Вот. Во, видите, вот красная подсветка, да? А чем он здесь не ставится? Подожди, странно. Странно, странно, странно! Ну ладно, неважно. Самое главное, вот видите, подсветка, да, и по бокам тоже. То есть, стенки тоже это красным светится. Также будет и зеленым цветом, когда можно ставить. Все это я показал. Ладно, то, что мы погибли, в принципе, ничего страшного. Давайте посмотрим дальше, что у нас здесь есть. Для начала нужно найти бы животных, но я что-то поискал, вообще не могу найти. И, скорее всего, просто уже всех поубивали, реально. Вот те самые камни, которые я вам говорил, рандомно появляются. Очень красиво выглядит. Ну, сами все видите, да? Вот та самая руда. То есть мы сейчас будем бить ее. Видите, желтая, цветом мочи. Не, реально, цвет похож на руду, прям офигенно. Смотрите, качество великолепное. Я прям рассматриваю. Прям рассматриваю. У-тю-тю-тю. Вот мы бьем, да, и здесь сразу три вида руды добываем. Обычный камень, металл ора и сульфар ора. Металл ора нам, в принципе, нужен, да, мы из него сделаем металлофрагменты. Уже можно сделать много брони и много оружия, начнем с этого. Я, конечно, постараюсь что-нибудь показать вам в этом выпуске, так, надо подумать. Сделать бы мне оружие. Если бы мы нашли у кого-нибудь печку, было бы уматно. Потому что нам нужны животные, чтобы сделать сраную печку. То есть нам нужно сделать Great Full из шкур животных. Или из жира животных. По-моему, из жира животных. Да, из жира. Вот он какой-то домик. Пойдемте посмотрим.
Тоже добавили анимацию. Теперь, когда мы бегаем, у нас оружие в руках трясется. То есть не как раньше, одно и то же, да, когда мы идем и бегаем. А то есть сильнее трясется, когда мы прыгаем, тоже оружие так дергается. Ну, то есть добавлено реалистично. Смотрите, какие красивые дома. Реально, каждый дом уникальный. Кстати, вот добавил собак, но его потом уберут. Теперь фундамент начал ставиться в воздухе, поэтому, видите, много летающих домов. Но раньше такого не было, поэтому это уберут. Да, конечно, дерьмо. Красиво, какая красота. Вот они камушки. Как будто реально, это реальная жизнь. Реал лайф. Так, ладно, давайте зайдем. Нам нужна печка. Вот реально, смотрите, сравните вот старый Раст и вот новый, да? Ты входишь. Кстати, это еще не конечно. Они, скорее всего, переделают. То есть они потолок точно, по-моему, переделают. Здесь будет, как называется-то? Сено, короче, вот, да. Будет торчать сено везде. И так далее. Исправят баги. Ладно, нам нужно найти печку, чтобы не делать ее. О, видите, маленькие комнатки, ну, туалеты. Кстати, сделали бы туалет, реально. Хоть яму выкопал, посрал, закопал. Давай, печку, давай, ну, печку, печку, печку. Очень красиво. Посмотрите на эту красоту, да? Настоящий дом. Ладно, давайте я тогда побегу сейчас искать печку. Без печки я вам ничего интересного не покажу. Эх, посмотрел я, короче, рядом дома, нигде нету печки. Поэтому я вам говорил, да, что нужны животные. Поэтому нигде печек и нету. Видимо, всех животных перебили. Они, наверное, не распавнятся, скорее всего. Они один раз создавались и все. Ну, потом-то они будут распавниться, это понятно. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Нам нужна печка. Есть у нас... Так, ну да ключ нафиг нам не нужен. Так, ящик у нас есть, это прикольно. Вот вначале был такой уматный дом. О, нашли печку, отлично. Вначале был уматный дом, но, к сожалению, я не могу туда зареспавниться. Если бы я сделал там кровать... Ну все, давайте посмотрим. Так, идем дальше. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ага, замки. Зачем он сделал замков, столько я не знаю, делать нефиг. Уголь. Давай мне... А, металл ора, ну что ж. Вот в том доме, в начальном, когда я открыл, там был полностью переплавлен металл ора. Там было, по-моему, около 6000 металл фрагментов. Ну все, давайте пока поставим на переплавку. Очень красиво выглядит, посмотрите, да? Очень красиво, мои ноги. А то в этой игре, видите, ног нету. То есть ты смотришь вниз. Ой, матерь божья, я ж испугался. 3D вид. И ног нету, да? Очень красиво. Аж глаза слепит. Ай! А, больно. Реально, как будто уголь, как будто огонь, да, раскаленный такой. Короче, молодцы. Все на 5 с плюсом. Ладно. Все, самое главное, переходим к интерфейсу. Во-первых, сейчас интерфейс стал вот, открываться и работать много быстрее. Да? Раньше, когда ты перетаскиваешь вещи, это очень долго происходило. Сейчас вот быстрее все стало. При том, что у меня пинг... О! Пинг на этом сервере. Ладно. Так, сломали чей-то спальный мешок, чтобы он здесь больше не распавнился. Никогда. Потому что у меня пинг около 200. Открывается более-менее нормально. Также, смотрите, теперь сделали, чтобы нельзя было одевать сразу две одежки. То есть мы одеваем вторую, выкидывает первую. И таким образом. Вот такой вот у нас модный поцик. Ну-ка, он, по-моему, проходит сквозь. Да, я обратил внимание. Ну, это потом исправят. Сюрприз. Голова горит. Ладно. Так, далее, идем далее. О, молодец, что я одел одежду. Теперь по умолчанию, короче, я не помню, говорил это в прошлом выпуске, нет? Теперь они сделали... А, я, по-моему, говорил, да. Что... Да, я говорил, ладно, забудьте про письку. Все, это говорил.
Изменили факел, я вам показывал. Ну давайте что ж, переходим к итемам. Здесь вообще их много-много интересных итемов. Ладно, идем дальше. Так, что у нас здесь? Это мы видели с вами спальный мешок. Туалетная бумага, жопу вытирать. Вот, а Love Great Fool, он нам нужен, чтобы сделать печку. А для него нужен жир. А, жир, кстати, нужен и шкура, так что я был прав. Клочья жир. Вот, первый, это у нас шлем. Попробуем, мы не сможем его сделать, к сожалению, потому что у нас нету клочья. Нету клочья. Потом, мы видели с вами уже этот сет одежды обычной. Дальше, еще один шлем. Это шлемы, которые можно сделать в игре и уже носить. То есть они уже готовы. Потом такой у нас шлем есть. И вот такой нагрудник. Я делал вот такой вот шлем. Далее, здесь у нас ничего нового. Потом аптечку не изменили. И все, что ли? Нет, здесь оружия должно быть много. Вот, а пистолет. Помните, он был в старом Расте, когда там трешь камушком, да, и, по-моему, рандомно стрелял или не стрелял. Дальше винтовка, которая раньше в новой версии была у всех изначально. Потом ее убрали, к сожалению. Теперь мы бегаем с камнем. У нас даже топора нету. Потом револьвер. Собственно, персона тоже есть в старом Расте. Пил. Хорошая пушка. Томпсон. По-моему, его не было в старом Расте. А им-то что? Люди делают модели, они добавляют в игру профит. Потом ножик я вам показывал. Шатган тоже я вам не показывал. Шатган был в старом Расте. Далее всякие патроны у нас. Патрон на пистолет. Потом 5.56. И шатган патроны. Шилд? Странно, почему не шилд? В старом Расте он назывался шилд. И все у нас здесь. Так, давайте закроем. Мне бы вам показать что-нибудь, какое-нибудь оружие. Так, 55. Я бы показал, если была бы шкура. С этим огромная проблема. Что с разработчики-то не дали нам животных побольше, а? Или просто дали бы шкуры. Пойдемте глянем в чужих домах. Может быть, там есть в сундуках? Фига там домище, офигеть. Так, вон мужик стоит. Угу. Стали делать, конечно, много уникальных домов, молодцы. Это мне очень нравится. То есть ты входишь в каждый дом, кстати, из тупого потолка, видите, я не могу пройти. Ну как это выглядит? А, понятно, как всегда. Здравствуйте. Сдохни, сдох. До свидания. Интересно, а у него, кстати, может быть, и лут был. Ох, только металл оры, нехиленько. Вот неудобно брать руду, вообще неудобно. Пока не могу привыкнуть. Окей, но он ее, к сожалению, не пережарил. И все, да? Вот помните, мы ставили эту фигню? Типа такой заборчик. Так, но он нам ничем не помог. То есть шкуру он нам не дал. Пойдемте глянем этот дом. Ну, 900 металл ора, это, конечно, нехило. Это металл ора вообще? Да, металл ора. 900, это очень много, кстати. Очень много, можно все оружие в игре сделать. Видите, какие уникальные дома? Посмотрите. Прям дворец. На! Не, прокосил. Давай мне лут быстро. О, я могу его добывать, а я и забыл. Я могу кости его добывать. Смотрите. А, зубы добыл, еду человека. Ой, еду. А, мясо человека. И кости, нормально. Я думаю, он нам пригодится. Блин, туда мы идем, наверное. Он еще стоит тут, да? А, это кактус. Ёлки-палки. Но будем надеяться, что здесь живут богачи.
Сейчас я быстренько сделаю рейд. Соло рейд. Все порешаем. Еще ни одного человека в игре здесь не видел с оружием. Хотя оружие сделать можно. Так, подождите. Что-то здесь страшное происходит. Так, здесь баг сразу. Видим баг, окей. Давайте приготовим быстренько факел. А я могу одеть, нет, это говно? Не могу. А скушать я могу? Скушать. Я, наверное, отравлюсь. О, я скушал, появился череп. Да, я отравился, ну ладно. Скушали мы человеческое мясо. Почему нельзя есть человеческое мясо, не понимаю. В реальной жизни мы же едим его каждый день. Так, а здесь что, вообще ничего нету, что ли? Стоп. Ни одной печки нету, ничего. Зачем строить такие тупые дома? Ладно, давайте, знаете, что сделаем? Все-таки я попытаюсь вам показать крафт брони или оружия. Это будет нелегко, мне еще придется ждать ночь, потом искать это все. Ладно, все, ждите. А пока смотрите, какая реализация балкона. То есть вот вы выходите. Здесь стоят такие перила, здесь перила. Очень красиво. Может стоять так и стрелять отсюда. Пил. Такого в первом расте, по-моему, не было. Там были просто окна. Здесь очень красиво смотрится, да? Очень красиво смотрится. Смотрите, как хорошо виден свет, да, в ночи. Ну вот она, ночь в расте. Гораздо светлее. Но посмотрите, вообще не сравнится. Довольно светлая ночь. Конечно же, все отлично видно. И так далеко. А что это такое? Это просто... Что такое вообще? Это костер или что? Было бы прикольно, если это был бы маяк. Но это, конечно, маловероятно. Это, наверное, это... Не знаю даже, что это такое. Давайте я перемотаю и приду туда. Также добавили дыхание под водой, да? То есть теперь мы можем просто утонуть. Смотрите, я уже начал тонуть, да? Блин, как так-то? Куда я плыву? Помогите мне. Зря я поплыл. Слева смотрите на иконки. Сейчас я буду вниз спускаться. Появится иконка. Видите, легкие появились. Так, ладно, я иду дальше. К сожалению, я не доплыл. Что вы думаете? Начал подходить, меня выкинуло. Вот так вот. Странно. Давайте попробуем еще раз. Очень странно. Так. Почему-то я появился в воде полудохлый. Я вообще не понимаю. Кстати, я когда заходил, я заметил, да, что на сервере 0 человек. Блин, не подыхай. Ну, пожалуйста. Не хочу подыхать. Может, мне холодно. Все-таки мы не смогли дойти. Простите меня, но у меня кровотечение. Я никогда не узнаю, что это. Никогда. Так это постройка, это... Нет. Нет, скорее всего, это человек строил, да. Ладно, буду дальше искать. Что же я нашел? Старая добрая статуя. Я уже снимал про нее видео. Мы находили ее на тестовом сервере. Прикольно. И опять мы к ней вернулись. Та самая статуя. Здесь уже чей-то дом. О, печка у нас есть. Пустая. Кто-то, видимо, уже пытался подняться. Но там ничего интересного нету наверху. Мы в том выпуске, да, построили там целый дом. Прямо на самом волке. Волке. Ладно, нет смысла туда лезть. Ах, я не верю в это, а. Наконец-то нашел. Кстати, из-за того, что разработчики перешли на новый движок, да... Это добавило много багов, в том числе вылеты. Вы не представляете, как мне сложно сделать этот выпуск. Знаете, сколько раз у меня вылетела игра? Раз, наверное,
15. Раз 15 игра вылетала. И каждый раз мне приходилось заходить заново. Так, у нас проблема, да? Теперь у нас медведи атакуют. Ха-ха-ха, медведь-инвалид. Он просто бегает или будет атаковать? Пожалуйста, не убивай меня. Я так долго искал тебя, а. На! О, что? Хау! Ну что, псина, а? Ладно. К сожалению, мало клоща. Мы, по-моему, получим штук 18. 20. Да. Немножко больше. Это все равно мало. Этот весь клоч, он может уйти на здание. Поэтому теперь нужно опять искать печку. Как ни странно. И побольше давайте дерево нарубим, чтобы все пережарить. Ну, давайте попробуем сделать какое-нибудь оружие. Ну-ка, а мы сможем сделать патроны-то вообще? Ой, гунпауэр. И хотя гунпауэр можно. Не уматно было бы, если бы я сделал оружие. Ну ладно, гунпауэр это понятно, там ничего не надо, там нужна только печка, да? Где у нас само оружие-то? Вот. Я бы сделал, например, Томпсон. 350 металлофрагментов. Можно попробовать. Это очень много, это будет долго, конечно, попробую. У нас хватает клоча, я могу сейчас сам сделать печку, но у нас клоча больше не останется. Я в жизни больше не найду. Смотрите, если я убью его, он даст мне 20 клоча. Ха, мы можем сейчас все сами сделать, смотрите, это кабан. Или если он меня не убьет. На! Ах ты, псина! Ну попади ж ты, инвалид-то! О! Нормально, вылетел как пробка. Это магия! Мы видим процесс исчезновения тела. Появляется душа. Нет. Срать на твою душу, дай мне клоч. Больше, больше. Нет. 18. Да, все-таки из медведя выпало больше. Ладно. Тогда мы все сделаем сами с усами. Вам такого никто никогда не покажет в истории человечества. Никогда. Поехали. Фундамент. Оп-оп-оп-оп-оп. Я мастер-фломастер. Потом дурвей выход. Потом сразу же дверь. Поехали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сразу же жмем. Нет. Открываем инвентарь, потому что это будет требовать у нас по времени. И сразу ставим замок. Окей. Нажимаем Great EK. Все. Создаем ключ. Далее идем. Let's go. Well, стена. Я хочу жить в этом маленьком домике. Пошли все в попу от меня. И фур. Фур. Потолок. Все. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, пошли все в жопу. Ненавижу вас. Я буду отшельником. Закроюсь и буду здесь жить. Вот так вот. Все, мы заблокировали дверь. Много истратили дерева, да? Ну ладно. Ах, ко мне нет. Ловгру. Хорошо, что он делается сразу 10 штук. Так, нам нужен камень, блин, а? Что ж такое, камень? Камень, камень. Камень же везде валялся, теперь нигде его нет. Может быть, в этом месте место вознесения души? Казалось бы, вот они валяются, камни, даун, подними камень. Нет, нет, нет. Блин, неужели... Так, дерево есть, это хорошо. Но камень-то нужен тоже. Так у меня и руды нет. Как я собрался делать оружие-то? Подождите. Блин, ладно, я сейчас буду искать камень. Так, все. На улице ночь. Но я смог найти. Нашел наконец-то.
Видали, сколько из одного камня металл ора? Очень много мы получаем. То есть еще до этого я 200 добыл, получается, ну... А, ну это пока что, да, само собой потом это изменят. Ну, короче говоря, можешь примерно 1000 можно добыть. Это, в принципе, хорошо. Далеко я от дома, придется строить заново дом. Я решил построить дом и спальный мешок. Профит. И реально уже обосноваться на сервере. Но я надеюсь, что... Ну, конечно, они могут стереть просто все данные и все, ну ладно. Все, давайте тогда сейчас мы ждем рассвет. Я начну строить пока домик. Так, все, теперь давайте начинаем строить печку. А, сначала нужно сделать нам Love Great Full. Нажимаем один раз, он сразу делает 10 штук. Да, это плюс. Далее, далее. О, я могу уже одежду сделать, смотрите, прикольно. Пока не будем. Sleeping Bag обязательно ставим. Да, тем более здесь рядом есть животное, я смогу заново нафармить. Но мне еще нужно сделать замок на дверь, потому что прошлый замок мы уже истратили. Реально, сейчас я хочу обосноваться и будем здесь жить. Так, и после этого дерьма нужно сделать печку. Где у нас печка? Вот. Нормально, бага не будет? Нормально. Так. Я надеюсь, что он, спальный мешок будет работать. О, какая красота. Видите, я помню, я говорил, светится, да? Ну вот он, пример. Реально, так гораздо красивее стало. Где-нибудь здесь вот поставим, чтобы через стенки не могли заюзать. Хотя можно через стенки юзать, как ни странно. Так, и нужно сделать замок. Здесь много животных, поэтому я думаю, что здесь мало кто лазил. Ну, в любом случае, мы сделаем замок. Это будет наш скромненький домик. Скромника-бау, домика-бау. Пока у нас нет ресурсов для большого дома. Ладно, ждем, пока будет у нас печка сделана. И мало дерева, конечно. Ну ладно, что ж. О! Как много у нас черепов, кстати, еда. А нужно будет сразу переваривать, жарить, получается, и сульфар ора, и металл ора. Потому что нужно будет делать патроны. Ставим. Ну-ка, подождите. Так. А, я все равно не могу использовать, да? Интересно, я смогу через стенку? Я пробовал, ящики можно через стенку, это плохо. Я не хочу, чтобы меня через стенку трогали мои вещи. О, тихо. Ну да, ну тупорылый баг, смотрите, да? Я прям отсюда могу. Ладно, что поделать, это раст. Эх, жалко. Потом, конечно, исправят, я думаю. В любом случае, все, давайте кидаем кучу этого говна. Нам примерно нужно сколько? Как же неудобно сделана эта фигня, вы не представляете. Как ее крутить? Как меньше сделать? Короче, ладно, все. Он сам сказал нам, нужно 500. И сульфар оры, давайте. Его вообще надо мало. Как его сделать мало? Как мало? Сплит. А, вот он делит пополам, да? Ну, пускай будет даже так. Ну и дерево, нам нужно все. Игниты. Ну-ка, если мы еще положим туда еды? Можно будет? Ой, нет, места нет у нас. Хорошо, все понятно, отлично. Ну что, ждем. Потихонечку жарится. Жариться будет долго. Так, шкуры у меня хватает. Я хотел бы сделать... Наш надо еще сбегать за шкурой. Хотел бы сделать и оружие, и один шлем. И это было бы офигенное завершение этого видео. Очень долго будет перерабатываться. Нужно 400. Ну ладно. А, нет, сначала нужно сделать замок. Да, тогда я жду, пока переработается все. Сделаю замок. Ну что ж, давайте тогда я буду ждать. Я, наверное, буду выходить из игры, потому что другого варианта нету. Это будет очень долго. Ну, возможно, я выйду из игры, скорее всего, я даже появлюсь где-нибудь в другом месте, фиг его знает. Ладно, ждите. Кстати, мы сейчас, короче, сделаем с вами топорик полезный. А то у меня скорость добычи говно, я могу сделать, например,
Вот, а стоны хотят. Ой, он будет долго делаться. Ладно, ждем. Так, вот я сделал топорик. Ну-ка. О! Да, старый добрый топорик. Кстати, он подлагивает, видите, вот такое вот размытие, это потом уберут. Такое уже было один раз, я помню. Да, видите, такое размытие неприятное. Но это уберут потом. Так, ну что ж, у нас что-то уже переработалось. Сделаем немного другое оружие. Давайте все вытащим. Опа. И подбираем. Так, мы хотели что сделать? Мы хотели сделать Томпсон. Не, слишком дорого. 350 металлофрагментов я буду очень долго перерабатывать. Поэтому мы сделаем... Так, стоп. А, вот он, вверх поднялся. Вот что мы сделаем. Шатган. Шатган, шатган. Ждем. Так. Ну что ж, все, приготовился у нас шатган, создался. То есть мы его создали. Кстати, я не знаю, можно ли его брать в руки. Например, этот топор сраный, да? Им бить нельзя вообще, то есть я его зря делал. О, шатган. Я не знаю, он стреляет вообще, нет? Но в любом случае нужно сделать еще патроны. Так, шотган патроны, 10 гун пауэр. 10 гун пауэр. Вот он, гун пауэр, 10 штук. Посмотрим, сколько он сделает из одного. Неужели одну единицу сделает? Вообще будет бред. Ну, 5, это уже получше. Ну, здесь, честно говоря, все очень долго. Видите, очень долго делает гун пауэр. Хотя в старом расе все быстрее гораздо. Ну, это пока тестовое, да. Но это сразу приготовим 20 Gunpowder. 20 единиц. Опа, и еще разок. Что он трясет оружием, видите? Судорога у него. Так. И мы сделаем шатган. Кстати, он подойдет? Нет, я не знаю. А, только одна штука. Ну что, получится, нет? Это все? Это все? Подожди, сейчас пойдемте кого-нибудь убьем поболя. Так, закрываем, ставим лок. Сейчас нужно будет минусануть. Но сначала давайте я, наверное, перезайду тогда. Потому что может быть баг анимации. Ну-ка, секунду. Хотя нет, нормально. Так, ну смотрим еще раз. Вот наш шатгаун. Как я понял, он стреляет без анимации. Это, конечно, печально. Но зато он стреляет. Ну-ка. Все, убили. Ну что ж, все, вот такие вот у нас обновления, да, довольно тяжело мне удался этот выпуск, самый тяжелый был выпуск. Из-за того, что игра раз 20 вылетала, конечно, было геморройно. Все, всем спасибо за просмотр, комментируйте данное видео, подписывайтесь на канал. Также будем дальше обозревать обновления, ну и я буду ждать, когда выйдет сам Rust. Выйдет он, наверное, все-таки в 2015 году, я думаю. Хотя разработчики уже писали недавно, что они выходят уже, так сказать, грубо говоря, на финишную полосу. Но это не значит, что они уже все сделали. Нет. Это значит, что они сделали всю основу. А вот осталось им доработать и все. То есть они как бы уже большую часть сделали, грубо говоря. В любом случае, видно, что разработчики очень сильно стараются, да. Игра превосходная. Жду, пока исправят все баги и выпустят ее. Это будет игра шедевр, само собой. И игра года. Все, всем пока.